Ульяновск не омывается ни морями, ни океаном. В его порту не стоят боевые корабли. Однако связь нашего города и военно-морского флота крепка, как якорная цепь. Крепкими узами Ульяновск сочетался с флотом в 1961 году. И уже через несколько лет предприятие пережило бурный рост. Первые автоматизированные системы для кораблей советского флота придумали именно здесь, в конце 60-х. За самостоятельную разработку одной из них институту в 1975 году присвоили государственную премию СССР. Огромную роль в этом сыграли выпускники Таганрогского радиотехнического института. Александр Сергеевич Синчук. Наш флот во время Советского Союза гордится авианосцами. Они оснащались именно изделиями, которые создал Александр Сергеевич. Владимир Григорьевич Тодоров. В молодом возрасте, я бы сказала, что да, в молодом, потому что порядка в 30 лет он становится главным конструктором, первым главным конструктором на нашем предприятии и разрабатывает уникальную систему, которая положила старт одному из наших научных направлений. В 1981 году предприятию за создание новой техники вручили орден Красного Знамени. А годом ранее сюда молодым инженером пришел нынешний генеральный директор производственного объединения Владимир Анатольевич Маклаев. Для меня это уже 43-й день рождения. Как сотрудника предприятия я пришел молодым социалистом в 1980 году. Я закончил Ульяновский политехнический институт и с рядового инженера, проходя через определенные ступени и профессионального роста, и должностного роста, с 2010 года являюсь генеральным директором данного предприятия. Сегодня производственные площади Марса занимают 15 гектар. Его продукцией оснащается до 60% кораблей российского военно-морского флота. Продукция, скажем, специальной системы управления для надводных кораблей, боевых надводных кораблей военно-морского флота Российской Федерации. Это автоматизированная система управления. Более того, институт нуждается в расширении площадей, укрупнении штата и выходе на новые мощности. Роль предприятия действительно была отмечена, и мы были свидетелями этого совместно с губернатором, командующим флотом Николаем Анатольевичем Евменовым, с группой действительно командующих флотов. Это говорит о том, что действительно ваше предприятие является фактически ключевым предприятием в концерне «Агат», который действительно отвечает, ну, все прекрасно понимают, за что. Прекрасно понимают, но не произносят вслух. Орел загадочности, окутывающий предприятие, понятен. Об инженерах и рабочих этого места хочется рассказать больше, но, увы, государственная тайна. Остается лишь сказать: с праздником вас, марсиане, и пожелать очередных успехов в деле укрепления обороноспособности страны. Вячеслав Новожилов, Алексей Юферев, репортер 73.